Отопительно-варочная печь Дюваль, Франция. Сборка Турция. Мощность данного изделия 6 кВт. Данное изделие рассчитано для отопления воздухом помещений до 80 квадратных метров. Вес данного изделия 58 кг. Данная модель оснащена вверху чугунными съемными кругами для приготовления еды. 4-3 чугунных круга разных размеров и правое расположение дымохода, диаметр 130 мм. Чугун качественный, европейский. Очень удобно в обслуживании, тяжелый и чистить. Особенностью данной модели является наличие керамических эмалированных вставок, декорированных коричневого цвета по бокам всего корпуса изделия. Также все ручки хромированные. Это видно как по цвету, так и по качеству, когда трогаешь данную ручку. Слева мы имеем непосредственно саму топку для загрузки дров. Она идет двухсегментная, то есть верхняя часть. Справа это духовка, слева это топка. Верхняя дверка со стеклом немецким Schotz. Сюда загружаем дрова. Дрова сгорают на чугунных колосниках и осыпается зола в зольник. Снизу регулируем приток воздуха. Чистим зольник по мере его загрязнения. Зольник объемный, огромный. Далее тепло движется в сторону и попадает в духовку, разогревая духовку, давая возможность приготовить и разогреть еду и сделать что-нибудь вкусненькое. Кругом во всех элементах присутствует стекло качественное для контроля процесса. Топка достаточно компактная и имеет размеры, габариты. Высота 65 см, ширина 81 см и глубина 44 см. Данная топка прекрасно подойдет для вашего дома и даст вам тепло, а также все необходимые для приготовления еды вещи. Обращайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.